Сегодня полицейские проводят разнообразные контрольные мероприятия и надзорные действия, связанные с продажей алкоголя лицам, не достигшим 18 лет. Действующим законодательством Российской Федерации за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним предусмотрены административная и уголовная ответственность. Так, в соответствии с частью 2 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции наступает административная ответственность. В случае повторного факта продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции, согласно статье 151 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, уже наступает уголовная ответственность. Следует помнить, что в силу статьи 16 Федерального закона о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления и распития алкогольной продукции при возникновении у продавца сомнения в достижении покупателем совершеннолетнего возраста, продавец вправе требовать у покупателя предъявления документа, удостоверяющего его личность, а также подтверждения возраста.